Короче, подаем. Распорядок дня. Подъем. Красиво. Ты не крути камеру, пусть она будет сегодня. А. Да. Добрый день. Вечер. А не подскажите, у вас лежит какой-то Дмитрий Бирюков? Я не знаю. А, кто-то уже выключи, пожалуйста. Просто потому что. Как-то извините. Есть подъем, что ли? Ну, выключи, не давайте начнем ловить, а потом будете снимать. Ну, ну, сразу. Куда зовут? Ползанка. Ну, хорошо. Ну, что? А, у вас наличие находится? Я эмергентный врач. Травматолог, не заведующий, не врач. Хорошо, вы можете дать ответ, у вас лежит такой больной или нет? Потому что списки, которые должны быть, их там нет. Как это? Ну, на первом этаже, на доске подсчета, там нет ни список, ну, списков ни одного отделения. Поэтому мы пока вы не выключили камеру, я вообще с вами сильно буду. А что вам мешает? А вы можете еще раз представиться? А? Нет, я не буду вам представиться. Почему? Я не опасный, у меня нет оружия с собой, я просто журналист. Ну, что поделать? Поищем кого-нибудь еще. Скажите, а у кого я могу узнать эту информацию? Почему вы это делаете? Ой, простите, забыл. А у кого я могу узнать еще? Наличие больного есть у вас такое или нет? Наличие больного, да. Мы даем согласие больного. Ну, согласие больного. Но у вас должны быть на первом этаже висеть списки. У нас больных. Постановление главного врача, у нас такие списки сейчас мы не подойдем. То есть любой, кто приходит, он не может узнать. Ну, только согласие лежит больного. Такое. Согласие больного. Ага. Больной на истории сзади расписываться. Хотите, чтобы они куда-то подсоединили? Ну, сейчас я вам немножко разъясню, наверное. Сведения о фамилии, имени, отчества и лечении это не является тайной. Понимаете? Ну, то есть это обязанность любого госучреждения вывешивать списки больных. Где? Вот это вот мужчина. Это мой. Коллега, он снимает видео. А я давала разрешение снимать. Извините, я журналист, я имею право. Вы находитесь на рабочем месте. С этим ничего не поделаешь. То есть вы куда хотите, приходите и снимаете? Нет, если бы я к вам домой пришел, тогда бы я спрашивал вас разрешение. А согласно закону об этом. Вы знаете, что вы журналист, да нет нашего журналиста. Нет. Вы не представляете, что вы. Меня зовут Тимофей, вот вам пишет Марта. Какой поддержанный журнал. Молодежь. Узнать. Лежит ли у вас такой больной? Ну, главное разрешать такую информацию. Вы обязаны предоставлять эту информацию. Они не имеете права. Нет. Представьтесь, пожалуйста, вас как зовут? Не имею права. Ну, вас как зовут? Вы сейчас обращайтесь ко мне. Вы знаете мое имя. Я хочу знать ваше. Как вас зовут? Как вас зовут? Вы можете представиться, нет? Юлия. Фамилия ваша, да? Как зачем? Вы знаете мою, мне нужно знать вашу. Хорошо, мне не нужно знать. Если вы к доктору обращаетесь. А, доктор сейчас устроил собственный, он зашел в кабинет и заперся там. Мы это уже выложим сегодня. А вот хотелось бы. А почему вы утром не приходили, когда все доктора были? У кого-то. Нет, я тоже работаю. Как бы, когда мне удобно, тогда я приходил. Вы нашли слабое звено, теперь что вы хотите? Слабое звено. Ну, мы среднее звено. Вот, есть еще меньше, медперсонал меньше. Мы среднее, выше доктора. Ну, вы поймите меня тоже правильно. У меня есть начальство, которое заказало материал. Мы есть в Геннадьево, в ЦГБ. Узнали, лежит такой, не лежит. Мы пришли, увидели, что никаких списков нет. Ну, давайте, это удивительно. Прием
почати родственники ищут, ситуация вам наверное. Сейчас мы такой. Нет, вам никаких претензий, просто ну, есть такое, такой закон. Где лежит такой больной, куда ему направили? Берем какой восстановление есть. А можно вам узнать, где после рождения? Можно его увидеть, сфотографировать? У нас есть документ, который запрещает вам что-то делать. Вы, если не можете этого сделать, вы показываете, что вот статья такая, а он такой, там не нельзя. У нас, знаете, сколько документов здесь лежит? Приказ по нашей работе. Приходит руководство, говорит, так, девочки, сегодня было 5 минут, того не делаем, это делаем. Такие-то множества, такие-то внедрения, такие-то отклонения. Понятно. А приказ хоть когда был издан? Ну раз вы там номером хотя бы не помните. Хоть дату назовите. Не помню даже. Ну, даже не собираюсь помнить. У меня своей медицинской работы полно. Я вас именно прекрасно понимаю. У меня в самом автомобиле. Поэтому, мне само достаточно знать, что этого не надо делать. Ну, а как давно этого не надо делать? Ну, вам запретили это вчера, неделю назад, год назад. Месяца два, наверное, как месяц. Да, уже больше. Больше на месяц не подойдем. Уже больше. Больше уже. Уже до Нового года, наверное. До Нового года точно уже не подорожно на списке. Хорошо, спасибо тогда. Хорошо, извините, если что-то там не так, мы тогда в приемный покой пройдем. Спасибо, до свидания. До свидания. Не выключаем, сейчас идем. Любопытно. Захочет узнать, лежу ли я здесь, нет, нужна ли мне помощь. Кто-то захочет навестить, он даже будет не в курсе, есть ли здесь или нет, жив, мертв. Будь я пациентом, я бы чувствовал себя котом Шрёдингера, ей-богу. Бирюков Дмитрий, 73-го года. А вы кто? Я пресса. По какому слову данные давали? Просто персональные данные больного не дали? Нет, персональные данные нет. Мне просто нужно узнать, лежит или нет.